скажу вам так, лучшее свидетельство того, это твоя пара или нет, это есть любовь. То есть ничего другого больше не нужно. И, конечно же, нужно определенное время, чтобы прошло, какие-то обстоятельства, потому что именно обстоятельства не наши слова, не, и до конца мы сами себя не знаем. Но так, как мы реагируем на какие-то обстоятельства или как мы их проходим, показывает, кто мы внутри, насколько мы зрелы. И я думаю, что нужно просто достаточно взять времени для подготовки, для того, чтобы ответить себе честно на вопрос. Во-первых, неудобные вопросы задать себе, потому что чаще бывает достаточно просто задать себе вопросы, которые никогда не задавал. И, в общем-то, обычно это, ну, это не меньше года. Конечно, люди должны знать не меньше года друг друга. И плюс я думаю, что лучше всего, чтобы они служили вместе, чтобы они посмотрели, как в служении они поступают, как они ведут себя, как они проверены. Мы не очень... Допустим, что касаемо знакомства через интернет, я вообще раньше в это дело не верила, но сегодняшний день диктует другие правила. У нас есть опыт уже, когда люди знакомились через интернет, но опять же мы просили, чтобы до принятия окончательного решения, чтобы где-то за полгода люди уже переезжали, например, в город или в страну эту, для того, чтобы они могли посмотреть вживую, как это, потому что... Ну, а остальное, если сердце тебе говорит, что это твоя половинка, что ты готов принять его такой, какой он есть сегодня, и готов, что он никогда не изменится, тогда можно уже с этим работать.